Всем привет, меня зовут Александр, это продолжение прохождения игры Horizon Zero Dawn. Собственно говоря, мы добрались почти что до конца игры, мы выполнили квест, так скажем, «Павшая башня», или как он там назывался, и теперь нужно идти в Меридиан. Собственно говоря, я сейчас этим и займусь, у меня есть предметы, которые я могу продать. Да, наверное, есть. И я еще должен сбегать за доспехом, наверное, это самое интересное, самое, так скажем, то, чего я ждал с момента обнаружения той пещеры. Давайте, наверное, даже для начала сбегаем за доспехом. Доспех у нас располагается вот в этой части карты. Так, мы переместились, да, быстренько. О-о-о. Смотрите-ка, у нас восстановилась часть информации, да? Она единственная, да, восстановилась? Или их несколько? Вот я вам сейчас ее провел, да, давайте перепроверим. Походу, только один файл восстановился, да, получается? Да, один файл, поэтому давайте его прочитаем по-нормальному и уже вернемся в игру. Мы, так скажем, расшифровали одну из записей. Остальные, скорее всего, будут расшифровываться по ходу игры. Кстати говоря, у меня еще не хватает немного... от хила, да, который вот я сейчас взял. Я его немножко потратил, да, когда упал с высоты и немного, так скажем, разбился, да. Ну, как бы, ладно, это бывает, ничего страшного. Нам сейчас нужно идти в пещеру в первую очередь. Пещера прямо по курсу, прыгаем, проплываем, открываем доспех, забираем его. И, наверное, мы непобедимые уже, не знаю, я просто даже не представляю, что там за доспех. Но посмотрим. Наконец-то, всю игру за ним гонялся, всю игру. Вот эти зажимы удерживают броню на месте. Надо как-то включить механизм и снять эти зажимы. Осталось два. Еще один. Ну вот, последний. Все заработало. Теперь надо выстроить диски. Тут, наверное, какой-то код. А, 90, да, получается? А, это по градусам, да, скорее всего, это в градусах. Чисто в градусах. Да, вот этот вот сюда. Да ёкарный бабай, нет, не сюда. Разворачивайся. 270, 360. Так, ну 360, наверное, на 100. А, да. 360. Четыреста пятьдесят и 630, да? Ну, смотрите, у нас наверху 0, скорее всего, да? 180 внизу. 270 у нас слева. А справа у нас 90. То есть, скорее всего, значит, наоборот. Значит, 90 у нас вот здесь. 90. 270 у нас наверх. А, нет, нет, все понятно.
90, 180, 270 у нас влево идет, да, все верно. Потом вверх. А, все понятно. Вот здесь, скорее всего, ошибка. Так, 360, потом 450, это у нас вправо. И 630, да, 90, это у нас получается 540. Есть. Ну что ж, посмотрим, что это за доспехи. Отлично. Теперь посмотрим, что можно сделать с этим материалом. В этом доспехе была Элизабет Собок, если не ошибаюсь. Ну-ка, ну-ка. Предметы, сундук. Да. А что такое? Почему? Ткач щита. Очень редкий. Древний технологический модуль, который Элой вшила в одежду Нора. Ну все надеваем. Без вариантов просто. Ну-ка. А, то есть вон оно что, да, получается? Мы поверх просто накинули. И таким образом у нас есть жизнь, у нас есть вон синяя броня, и еще у нас есть, так скажем, уровень отхила с помощью трав и зелий. Нет места. Обалдеть. Я же выполнил, да, этот квест, да? Квест выполнен. Ну как бы все, отличненько, вот наш доспех. Мы, наверное, теперь неубиваемые, да? Выглядит он, да, по-другому, совсем по-другому. В принципе, все, мы его достали доспех, да, в принципе, это очень круто, он выглядит неплохо. Конечно, непонятно, я ожидал, там будет какая-то маска интересная, это там шлем или что-то еще в этом роде, но нет. Но, к сожалению, нет. Ладно, то есть, тем не менее, мы это сделали, идем в Меридиан. Обалдеть. Прикольно выглядим, очень даже прикольно. Интересно, сколько он ударов сильных монстров может выдержать на себе, просто как бы... Немножко, так скажем, интригует. Ну ладно, давайте мы сейчас бегаем к торговцу, так скажем, финальное наше посещение. Продадим то, что у нас лишнего. Ну, наверное, это я не буду продавать. Короче, ресурсы я продавать не буду. Скорее всего, нам это в бою понадобится. И даже очень сильно. Я плюс к тому же могу еще купить. Спираль урона от копья. Спираль урона, это продадим. Вот, и я еще, наверное, куплю немножко ресов, так скажем, увеличу просто его количество до максимально, так скажем, безопасного. Думаю, 200 штучек будет нормально, все остальное на изготовление боеприпасов, и все. Мне нужен дворец солнца. По ресам. У меня все very good, так что все хорошо. Забираем финальный квест, идем на сражение. Как же они закрутят сюжет, посмотрим уже по ситуации. Да-да, молодцы, молодцы. Я тут главное. Основание Меридиана. Не знаю, если вам интересно, почитайте. Я потом это сделаю. Сейчас не очень хорошо. Ну а теперь давайте поговорим. Элой, что привело тебя в Меридиан? Угроза. Затмение скоро нападет с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они
приведут с собой существо, бог, бес, машина, как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность? Да. Отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой, позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Извинения принимаются, но ко мне больше не подкатывай. Только тихо. Не хватало нам еще паники в городе. И еще обо всем сразу сообщайте мне. А, Элой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — нажиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Кряж будет передовой. Городская стража там? Да. К ним примкнут те ополченцы, о которых я говорил. Орудия Азерам, совсем недавно громившие стены Меридиана, теперь защитят нас. Можешь осмотреть позиции. А шпиль? Эрента Авангард уже там? Да. Полагаю, уже вовсю бьют себя в нагрудники и репетируют боевые кличи. Также к шпилю прибыли несколько воинов Нора. От аудиенции с королем наотрез отказались. Может, поговоришь с ними? Ладно. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным. Но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Посетите оба оборонительных рубежа, смотрите приготовление на гряде и на шпиле. Отличненько, я только рад. Так, это что у нас? Осмотрите приготовление на гряде. Это на шпиле. Давайте сперва на гряду сгоняем, потом на шпиль. Давайте почитаем, я сейчас для вас ее пролистаю, посмотрите. Сам сейчас тоже читану, да, быстренько, и вернусь уже в игру. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь за оборона. У нас есть много с кем поговорить. О, смотрите, это те, кому мы помогли, и они не просто так здесь появились. То есть то, что я выполнил побочный квест для них, так скажем, это просто круть. Петра, вот и она. Почетная гостья. Я знала, ты особо непростая, из той стали, из какой куют вождей.
И я это говорю не каждой девчонке, какую к нам занесет. И часто заносит? Ха, отбоя нет, стену построили. Хорошо, что я настойчивая. Ха, приятно с тобой поболтать. Марат попросил меня осмотреть арсенал. Орудия в порядке. Азерам свое дело знают. Эти орудия были гордостью источника. Я горда тем, что сделала их еще лучше. Могу испытать? Ну да, это все хотят. Давай, что ли? С мишенями-то справиться будет полегче, чем с теми разбойниками. Так, а где мишени? Алло? Это тебе не лук. Тут и целиться не надо. Окей, забирайте свою пушку обратно, мне такого добра не надо. Ты что, отполировал доспехи у тебя? Ну да. А не слишком ли это... Что? Ничего. Да говори уже. Это не... Не бери в голову. Выглядишь очень... Преграды. Да стой. Не может быть. Спасибо. После алых песков ведь никто не выжил. Ну, я не люблю хвастаться. О, солнце, сохрани меня от тени. Охотница, ты позвала, и я пришла. Готова к бою? К бою? А я думала, ты на чаёк приглашаешь. Не знала про бой, предупреждать надо. Не может быть, ты всегда все знаешь. Да, это верно. Пару раз виделись, а ты так хорошо меня знаешь. Я тебя совсем не знаю, но хотела бы. Наверное, ты имела в виду не то, что я подумала. Секрет хочешь? Какой? Я ждала этой битвы всю свою жизнь. Это тот самый враг, что превратил Меридиан в рынок рабов, а закатную крепость в кровавую бойню. Фанатики, которые пытают и убивают матерей, отцов, родных, детей и говорят, что на то воля солнца. Я ненавижу их, Элой. Моя спина вся исполосована шрамами от их кнутов. И сегодня мы покончим с ними раз и навсегда. Я пришла на твой зов. Но не только. Я пришла за ними. На сей раз им от меня не уйти. Я помогу тебе. Сразимся вместе. Спасибо, юная охотница. Пусть... Солнце воссияет над новым миром. Элой? Вольно, Утит. Повезло Меридиану, что ты с ними. И я рада. Это честь для меня. Если бы не ты, моя эпитафия была бы хороший воин, но глупый человек. Я все-таки надеюсь, до эпитафии дело не дойдет. На все воля солнца. Прежде я надеялся лишь на достойную смерть. Теперь меня больше прельщает достойная жизнь. Итамен снова может играть в Нижних Садах. Правда, в окружении десятка стражей, но... То, что ты сделала, это хорошо. Вот только докучает эта девка, Ванаша. Ей нравится меня дразнить. Как будто машет тряпкой перед бегемотом. Попросить ее, чтобы отстала? Нет. Я стерплю. Ну что же, Меридиан выстоит, а тьма падет. Я обещаю. Будем надеяться. Походу, я слышал Нила. Алло, вон ваш красавчик стоит, не зря его не убил. А, все уже, да, не могу поговорить. Накоя, ты пришла. Как не прийти? В пору красных набегов был лишь один мясник Карха, которого Нора боялись больше Заида. Гелис. Какая бы сильная армия у него ни была, я дам ему бой.
За всех, кого он истязал. За себя. За моего отца. Даю слово. Мы его остановим. Я верю тебе. Особенно теперь. Ты открыла всем путь на священную землю. Мы победим, и я вернусь. Снова увижу Джана. До самого конца. Я с тобой. Янева, ты снова на службе? Так это из-за тебя тут такой шум. Вот кто заставил великого короля солнца наконец взять в руки меч. Король может быть силен и справедлив. Таков Ават. И умен к тому же. Предложил помиловать всех моих пленников, если они сразятся за Меридиан. И вся эта шайка согласилась. Уговаривать не пришлось. С твоими методами? Это понятно. Нет, эти легко отделались. А вот с тем, кто посмеет напасть на Меридиан, я уж точно церемониться не стану. Пусть светит солнце тебе в спину. Как думаешь, сколько человек ты убьешь в бою? Сколько придется. О, боже, как ты так говоришь. Нил? Элой. Мне сказали твое имя, я сказал, волосы цвета крови, хватка, как у падальщика. Я думал о твоих словах. Дарана, что ты мне оставила, ныло без конца. Но я тебя не ранила. Не оружием. Но я прощаю. Дуэль — мимолетная утеха. Если бы один из нас убил другого, мы бы все пропустили. Ожидание кровопролития, словно скрежет лезвие о зубы. Нил, я уже не так рада тебя видеть. Но ты нужен. Бой будет тяжелым. Тяжелым? Меня уверяли, что шансов почти нет. И ты согласился? Непобедимый враг, приятная компания, убийство. Как я мог устоять? Ну вот, как видите, да, не зря мы его пощадили. Как глядел вперед и знал о том, что, возможно, он нам пригодится. И тут собрались все те, кому мы когда-то помогали. Очень много ребят. Элида, я рада тебя видеть, но что ты тут делаешь? Помогаю с подготовкой. Будь Атрал здесь, мы бы сражались вместе. Я знаю. Стараюсь делать, что могу. Копаю ямы, собираю травы. Словом, все, что потребуется. Я не смогу заменить его. Его никто не заменит. Но я здесь за него, за нас обоих. Я понимаю, что он в тебя нашел. Он всегда со мной. Солнце и тень сливаются на миг, на рассвете и закате. Вот, возьми это, на всякий случай. Но, надеюсь, не понадобится. Спасибо, Элида. Береги себя. И что-то мне дала отраву там, не знаю, умереть в случае там припадка или чего-то еще? Какое красивое копье, Ути. Спасибо. Элой, говорил же, что приду. Говорил, Теп. Но разве твои раны уже успели зажить? Если придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. А я только принес припасы. Эти карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Внушительно. Мне тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Это все пригодится тебе в бою. Элой, когда ты вошла в гору, богиня не сказала, у нас есть шанс? Я не спрашивала. Я знаю, нам это по силам. Может и так. Меридиан не похож на нашу священную землю. Там... Так, дневник Собок, третья запись. Если интересно, почитайте. Я тоже прочитаю, так скажем, и вернусь. Вроде бы поговорил со всеми, да давайте еще раз осмотримся с этой стороны. Стражники, обычные стражники. С этими ребятами мы со всеми пообщались. Приятно было поговорить, да, в принципе, все окей. Давайте пойдем дальше. Так, да, пора идти дальше. У нас осталась еще одна территория, но сюда я не могу прийти через телепорт. Нужно топать пешком, да, получается? Ну, ладно, погнали. Давайте уже увидимся ближе к скале.
Там будет, думаю, много интересных диалогов. Посмотрим, о чем там получится поговорить, поэтому погнали. Оу. Талана, зачем ты здесь? Я твой ястреб. Где еще мне быть? Защищать Меридиан с Авадом? Этим пусть занимаются другие. Я не буду смотреть, как ты бьешься в одиночку. Нет уж. Ты уверена, что... Ты рискуешь собой ради нас. Так что не проси меня не вмешиваться. Я могу помочь тебе победить. Хорошо, не стану. Решено. Будем драться вместе. Только просьба. Говори. Самая большая машина моя. Не обещаю. Блин, я не ждал ее увидеть. Я совсем забыл о моем наставнике, так скажем, Ястребе Солнца. Прикольно. Очень даже здорово так поднимает дух, боевой дух. Нам наверх, да, но мы можем осмотреть нижнюю часть, потому что, может быть, здесь кто-то есть из наших товарищей. Нет, здесь, походу, никого нету. Блин. Я вот не помню, был я здесь или нет. Вроде бы тут с этими долбанными коршунами дрался, либо что-то вот в этом роде здесь было. Да не, меня здесь не было, алло. Ну серьезно, вот это новости. Здесь можно было и квесты, наверное, поискать какие-то более-менее особые. Блин, пропустил. Я думаю, здесь можно было бы найти какие-нибудь квесты, если бы сюда пришел бы заранее просто посмотреть. Эх, жалко, ну ладно. Что есть, то есть. Такой высокий, выше деревьев. Эти карха в своих доспехах, как индюки. Но их так много. А нас осталось так мало. Не они наш враг. Не в этот раз. Тихо. Она идет. Избранная. Вождь Сона. Вождь, вы что-то не так? Нам, Нора, здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Но мое место на священной земле. А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Это все кончится. Мое копье, мое слово. Ну, молодец, конечно же, принципиально какая. Здравствуй, Элой. Нет, не кланяйтесь, избранной не нравится. И еще не нравится, когда ее называют избранной. Я очень рада тебя видеть, Вару. Я дал слово. Ну, что скажешь? Про Меридиан. Я увидел... Много нового с тех пор, как тебя встретил. Спасибо тебе. Варл, что не так? Правда хочешь знать? Ладно. Я на чужой земле, на грязной земле. Защищаю город безбожников, ни на что не похожий. От чего-то, чего не могу представить. А ты... После всего, что было, что ты сделала? Вроде бы надо пасть перед тобой на колени, но... Я знаю, ты разозлишься. Да, слушай, тяжело тебе. Спасибо, что велел им не кланяться. Только этого мне не хватало. Не сердись на них. Они здесь лишь потому, что избранная велела. И ты поэтому? Нет. Я пришел тебя увидеть, Элой. И мы должны победить беса, потому что богиня сказала. Или ты сказала. Думаю, мы с богиней едины во мнении. Обе рады, что ты здесь. Я тоже. Великое солнце, что явит нам твой лик? Одобрение или порицание? Наман, я знала, если и придет жрец солнца, то это будешь ты. А я тоже знал, если король пустил чужестранцев в пламя, за этим стоишь именно ты. Жаль, повод для встречи печален. И что псалмы солнца не облегчат твою душу. Но если позволишь зачитать одну проповедь. Давай,
У тебя сила и сострадание. У врага отчаяние и злоба. Обе стороны уповают на солнце. Но солнце, которому я молюсь, явно благоволит тебе, Эллой. Знаешь, Наман, ко мне и так уже приковано внимание высших сил, но постараюсь не оступиться. Племена объединились против тени. Что это может быть, как неволя солнца? Или я был здесь, вот честно, я не помню. Можно ли тут было взять квест, нельзя, я даже не знаю. Так кто они такие? Называют себя Затмение. Что это значит? А, вот и Эрент, наконец-таки. Ну вот в этом дворце, может быть, и можно было бы квест взять, не знаю. Давайте перепроверим. Блин, так и убить себя можно, алло. Ну ладно, давайте поговорим с Эрендом. Так, или вот еще наверх можно подняться, посмотреть, может здесь кто-то есть. Нет, здесь пусто. Ну все, идем говорим с Эрендом. Эллой. Все повторяется. Впереди битва. Только на этот раз враг вооружен куда лучше. Что у них там за армия? Точно не знаю. Но их будет много, и у них будут машины. Если они прорвутся, гибель ждет не только Меридиан. С ним погибнет весь мир. Даже так? Это по нашей части. А, парни, где всегда авангард? На передовой! А почему? Сталь прочнее железа! Что будем делать? Будем бить молотом, пока не рухнут! Молодцы! Слышала? Авангард никого не пропустит. Сразимся за город. И за тебя. Спасибо, Эрент. Эрза бы гордилась. В случае победы. Ой, блин, а где же те ребята, которыми помог спастись от коршунов? Вот. Новая запись появилась, да, получается? Давайте почитаем. Уф, отлично, я прочитал, да, эту информацию, понял, в принципе, блин, довольно серьезные проблемы у них были по времени. И меня мучает вопрос, пропустил ли я здесь квест или не пропустил. Собственно говоря, все, мне осталось одно единственное, так скажем, направление по моему заданию, это отдохните перед решающим сражением. Давайте подумаем, да? Побочный квест только Банук. Здесь у нас все сделано. Да, у нас остался только один квест, да, по поводу предметов. Ресурсы у нас есть конкретные, в принципе, можно даже ничего не скидывать. Навыки я не могу ничего сделать, доспех у нас поставлен. Все, можно идти на главное здание и начинать его выполнение. То есть мы сперва отдохнем. Так, отличненько, да, все, я все сделал, давайте пойдем уже... Проведем генеральное сражение, все-таки мы ждали этого очень долго. Мне интересно посмотреть на то, как это будет развиваться, как это все будет проходить. Единственное, я сейчас схожу к торговцу, наверное, к нашему. Скину последний, так скажем, оставшийся товар вот здесь. Это вот этот вот непонятный элемент, да, и все. Все остальное у меня есть. Все остальное у меня запасено по максимуму. Все, погнали. Погнали отдыхать и погнали проводить генеральное сражение. Дом Олина выглядит пустым. Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась.
Блин, а почему нету Олина? Вот он бы нам пригодился бы здесь основательно. Взял, просто смотался и все себе отдыхает такой чувачок. Ну как бы ладно, в принципе, давайте спать. Тебе лежала такая ответственность. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? С востока. Король Солнца Алат ожидает в храме Солнца. Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Те самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас узнаем. Пришлите помощь! Нет, Элой! Нам нужны эти пушки! Он прирежет тебя! Не в этот раз! Слишком долго ты не подождал. Что же ты не сразился со мной, Кольцо Солнца? Твоя участь неизбежна. Свою слабость. Тебя ждет лишь вечная ночь. Меридиан должен быть омыт кровью.
очередь отбил. Что было быть? Тебе конец. Аид следующий. Покрепленная земля меня спасет. Я не могу. Thank you.
Можно перевести дух и подготовиться. Oh!
Элой! Элой! Так. Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них, так. Мне надо идти. Самое место, Элой. Но к тебе взывает шпиль. Элой, иди! Мы их задержим. Взгляните на истинное солнце, демоны тьмы. Льдом и снег. Воин вонючка всегда принимает вызов. Передохни, будьте льдом. Аид шлет сигнал. Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Нора. Авангард Эренда. Мне нужно наверх. Останавливаться. Вперед! Я знала, что это будет непросто. Медлить нельзя. Элой. Они живы. Это Элой. Ну, вы видите?
Мы думали, ты пала на Кряже. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается совсем мало. Я сражусь с Аидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Ястреб Дрозд, идем. Нужно вооружиться. Другого шанса не будет. Зелье, да? Блин, зелья-то мало. Давайте сразу же включим большое зелье целебное. И погнали! Погнали! Немного не туда погнали, да? Ну ладно, разворачиваемся. Thank you.
других зараженных, Элой! Не дайте нас окружить! Сущность. Еще одна машина подходит! Поняла! Остался только железный бес! Теперь сделай то, зачем ты сюда пришла, Элой. Угроза системе! Я не просто угроза. Блокиратор готов. Для включения назовите имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Стираю протокол истребления.
Прости, Гея, что-то задумалась. О чем я? О вашем детстве. А, ну да. И, короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное, лет 100. Вопрос. Сколько вам было? 6. Мама была дома, к счастью. Она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку и показала мертвых птенчиков. На сосне были птичьи гнезда. Вопрос. Что вы чувствовали? Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла мое лицо в ладони и сказала... Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала: Элизабет, самый острый ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни, не смерти. Вы часто рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребенка? Наверное, я бы пожелала ей любопытства. И воли, несгибаемой силы воли. И иметь сострадание, чтобы исцелить мир. Хоть немного. В общем, у меня пока все, Гея. Пора спать. Желаю вам приятных снов, Элизабет. Спасибо. До завтра, Гея. Старый друг, помнишь меня? У меня еще столько к тебе вопросов осталось. Есть о чем поговорить. О твоих хозяевах, например. Тех, кто пробудил тебя сигналом. От знаний одна сплошная польза, правда же? Ну, давай приступим. Значит так, отлично, мы закончили тот квест, который мы взяли, было очень крутое сражение, в принципе, довольно неплохо сделано. И все-таки, насчет Сайленса, я был прав в своих мыслях, это явный предатель, и, наверное, следующая часть будет посвящена борьбе с ним. И я скажу, что доспех, который сидит на мне, он очень имбовый, и защищал меня просто от смертельных, так скажем, попаданий. Давайте изучим ремонт машин, да, у нас останется 2 навыка, это 5 очков опыта, точнее, мы это по-любому получим, потому что у нас есть, так скажем, невыполненные квесты по территории Банук, но это уже допка, это уже другие серии, это уже совсем другая история. В общем, мы завершили прохождение основной части игры Horizon Zero Dawn, и в следующей серии я начну прохождение нашего дополнения. А на этом, я думаю, мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и до следующего раза. Всем пока-пока!